окружающим пространством. И многие люди чувствуют, видят и оставляют и отзывы, и в книгах, и так, я их никого не прошу, именно о том, что мои картины излучают именно позитивную энергию. И действительно так, то есть я когда расслабляюсь, через меня как бы пишут высшие силы, и я потом сама открываю в своих картинах что-то новое каждый раз. И они для меня самой как часто бывают открытием и откровением. То есть я их наполняю энергиями любви, добра, радости, процветания, изобилия, движения ко всему этому, да? А вообще я везде и всюду говорю, и сегодня я опять повторюсь, что я считаю, что художник, вообще человек искусства, неважно, это живописец, поэт, музыкант, скульптор, кинематографист, да? Это в первую очередь ответственность за те последствия, которые оказывает их искусство на дальнейшую жизнь людей. Почему? Могу пояснить. Человечек маленький рождается, он не знает, что в этом мире красиво, он не знает, что в этом мире популярно. И он начинает это черпать, конечно, от родителей, от близких, друзей, родственников, это все ясно, да? Но из искусства. Книги, слова в песнях, музыка, картины, особое внимание тоже, да, к ним. Что на них изображено, какие чувства, какие эмоции. Маленький человечек это впитывает в себя и потом подсознательно начинает создавать свою жизнь по образу и подобию. Именно поэтому я говорю, что человек искусства – это программист реальности. И я призываю всех творческих людей, ребята, подходите к этому ответственно. Создавайте, наполняйте свое творчество добром, любовью, радостью, позитивом, чтобы люди смогли дальше жить счастливее. Все.